21 марта Чернобыльскую атомную электростанцию со знакомительным визитом посетила делегация во главе с министром окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов Германии госпожой Барбарой Хендрикс. Именно госпожа Хендрикс озвучила необходимость вложения недостающих 615 миллионов евро для завершения строительства нового безопасного конфайнмента, заявив 2 года назад, строительство НБК над разрушенным 4-м блоком ЧС является делом чести всех стран Большой Семерки. В 2015 году правительство ФРГ внесло в Чернобыльский фонд укрытия 90 миллионов евро. Визит начался с возложения цветов к мемориалу героям-ликвидаторам. На площадке Чернобыльской атомной электростанции немецкого министра сопровождали исполняющие обязанности министра экологии и природных ресурсов Украины Анна Вронская, председатель Государственного агентства Украины по управлению зоной учреждения Виталий Петрук и председатель ГИАРУ Сергей Башко. В макетном зале АБК-1 первый заместитель генерального директора ГСПЧС Валерий Сейда ознакомил гостей с актуальной информацией по текущим работам коллектива ГСПЧС, предоставил информацию о работах, выполняемых по международным проектам, рассказал о реализации программы вывода ЧС из эксплуатации и преобразования объекта укрытия в экологически безопасную систему, а также о предстоящих работах и перспективах предприятия. Во время визита министр окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности ядерных объектов Германии госпожа Барбара Хендрикс, исполняющая обязанности министра экологии и природных ресурсов Украины Анна Вронская, председатель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук и председатель ГИРУ Сергей Башко обсуждали вопросы ядерной безопасности и эффективного выполнения задач Большой Семерки в части перевода объектов ЧС в безопасное состояние. Затем госпожа Хендрикс ознакомилась с ходом работ на площадке строительства промежуточного хранилища отработанного ядерного топлива сухого типа. Посетила зону монтажа нового безопасного конфайнмента, где гости смогли оценить масштабы проводимых работ и получили информацию о реализации проекта НБК. В завершении визита, находясь на площадке свободного доступа монтажа нового безопасного конфайнмента, госпожа Барбара Хендрикс поделилась своими впечатлениями от увиденного. «Я довольна ходом строительства всех объектов на Чернобыльской атомной электростанции. Мы рассчитываем, что в ноябре 2016 года арка займет свое рабочее положение над саркофагом. И это действительно большое общее европейское дело, в котором принимает участие Германия. Страна и далее будет поддерживать эту работу. Я вижу перспективу в дальнейшем сотрудничестве с Украиной». На прощание министр окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов Германии госпожа Барбара Хендрикс оставила запись в книге почетных гостей, написав в ней следующее: «Мы стоим плечом к плечу с народом Украины в решении проблем, связанных с ликвидацией последствий аварии, извлекая уроки из самой крупной в истории атомной энергетики катастрофы».